Привет всем. Это Днищенская. Всем привет, дорогие друзья. Это Боб Майклс. Всем привет, дорогие друзья. Просто отличное начало. Обзор оружия ДВК-7 этого скорострельного короткого мальчика. Что, Карл? Что? Короткий скорострельный мальчик? Зачем это говорить? Сейчас мы наблюдаем просто профессиональную стрельбу. Давайте посмотрим это в замедленном действии. Вот он бежит, он врывается, стреляет, и всего лишь три пули, всего лишь, и его убивает. Часть я... Печально. Не буду говорить, что. Мне об этом даже говориться не хочется. Говорить не хочется. Чувак, да ты у нас еще и битбоксер, мы много. А тебе и не знали. Продолжай в том же духе. Врунишка. Так, поругал я этого человечка за то, что он мне позвонит. Не вовремя. Ну да, небось мама звонит. Коля, сходи в магазин, надо продукты купить. Мам, я тут видос пилю для Ютуба на оружие. Сына, быстро сходи в магазин. Ну, мам, я видос пилю. Пожалуйста, не надо. Быстро, я сказала, сходил в магазин. Да и где ты? Ахаха. Воу. Да я тащи. Тащер, ну, был. 5-9. Тащер. Чувак, ты тащер. Мы тебе верим. Так. Продолжение битбокса. Ребят, учитесь, он профессионал. Бум. Видим мины, бах. Бежим и взрываемся. Никогда бы не подумал. Бах. Ну а сейчас... Как надо играть в шутеры? Видим человека на карте, берем нож, бежим на него и врываемся. Как так получилось? Я думал, что он нож кинет. Такая, знаете, специально для того, чтобы я доказал, что я не нуб в Warface, а нормальная игра, потому что... Не нуб? Не, нуб? 21-25, Карл! Я не нуб! Я тащер! Чувак, конечно, не нуб. Ты тащишь. Мы все в это верим. Ба. Бум. Ба. Бум. Бум. Ба. Ба. Ну что ж, это было Днищенская. Спасибо, что все посмотрели. Не забудьте поставить лайк, подписаться, поделиться видео с друзьями. Ну, а с вами был я, Дима Здай. Всем удачи, всем пока. Ждите вторую серию.